Что есть, да, глубокая сила во мне? Это сила, воспитанная мной с раннего детства. Не потому, что я была мегаумным ребенком, а просто потому, что я чувствовала где-то в глубине души, что я сама себе должна нарисовать. И старалась это делать как можно лучше. Я же не ведала того, что реальность намного живее. Тут надо быть всегда на чеку своих чувств и ощущений. Иначе быстрый скачок в область твоего сердца и проделает там кто-то большую дыру. Не сшить и не склеить вовек. Всегда будет просачиваться капли прошлого. Но сейчас это делает меня сильнее, более выдержанной. Хотя не всегда учит не повторять ошибки свои же. Хочу научиться жить так, как начертила себя перед сном. Фантазии, красивые картинки и маленькое обещание, что я буду капельку лучше прежней себя. А на утро все забывается вновь, в череде последующих бурных событий. Под вечер, когда зажигаются яркие огни уже ставшего родным города, когда огромное скопление машин, мигая фарами и гудя сиренами, спешат в свои гнездышко под моросящим дождем. Я иду себе по улице, не спеша, и думаю о своем я. Я думаю о том, как красиво капает дождик. Его капли, подобно хрусталикам, ударяются о твердую землю. Тогда я прошу у него дать мне его прозрачность и прохладу. Я наблюдаю за листвой топля, которые шелестят своей зеленью. Подают мне тайные сигналы современного бытия. Тогда на душе становится так тепло, так уютно. И я прошу у него дать мне свою магическую силу комфорта. Я люблю заглядывать в чужие окна, наблюдая за обыденностью чего-то обитания. Стирать мысленно маски с прохожих и одевать на них новые лица, наполненные радостью и добротой. Иногда я представляю себя летящей чайкой над морскими просторами. Свободным взмахом крыла я уношусь все дальше и дальше. И совсем скоро от меня останется только маленькая черная точка, которая со временем тоже исчезнет. Исчезнет с планеты Земля, но никогда из сердца любящего человека, который будет дорожить каждой секундой, проведенной вместе, каждой секундой, проведенной в разлуке, каждой секундой вечной тайны по имени жизни. Кто бы ни задавал вопрос о смысле жизни, вскоре забывает об этом и продолжает жить дальше, потому что ему достоилась такая честь. А вот мне порой кажется, что я просто обязана была родиться в это время. Пройти испытания, быть пассивной в своих действиях и активной в размышлениях, чтобы вырастая дойти до определенного момента жизни, когда приходит некое осознание правильного выхода, верного подхода к жизни. И словно эта самая жизнь говорит о моем скором будущем, что скоро для меня будет великий праздник. Я так чувствую. Это что-то идет ко мне широкими шагами, и я не могу знать наверняка. Но интуиция колет меня где-то там внутри. Я вижу это, заглядывая в свое отражение. Были моменты в жизни, когда я прощалась со своей жизнью и могла бы больше никогда не присутствовать в вашем мире фантазий и сказок. Но я тут и сделаю великое то, что мне необходимо сделать по моей книге «Судьба». Родить красивого здорового ребенка? Да. Я это сделаю, и мое дитя вырастет и спасет маленького рыжего котенка, забравшегося на высокое дерево из-за страха быть съеденным соседским котом. Когда-то, когда мне было 11 лет, я забралась на дерево, чтобы спасти кошечку. Но я не смогла этого сделать. Сухая ветка помешала мне, спровоцировав мое дальнейшее падение на глухую землю.
Может, потом я оказалась в другом мире. Это было мое будущее, и я осознаю это уже сейчас, живя в этом мире. Словно я переживаю жизнь заново.